А в этот день, в 1865 году, Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию о воссоединении спирта с водой. С тех пор этот день считают днем рождения водки. Это «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! Белорусское приложение для женского здоровья Фло стало самым популярным в App Store в категории «Здоровье и фитнес». В прошлом году его скачали 16 миллионов раз. Это на 4 миллиона больше, чем у ближайшего конкурента. Также Фло вошло в топ-10 сервисов с белорусскими корнями по объему выручки. А в Гомеле 19-летняя декретница организовала притон и стала сутенером. Она находила клиентов в социальных сетях, рекламировала девочек и организовывала интимные встречи. Разумеется, за это она брала деньги. Ну, по итогу заработала себе сразу на две уголовки. В Ивацевичах накрыли банду рэкетиров, которая выбивала долги в стиле 90-х. Главному фигуранту 27 лет. Он вкладывался в бизнес других людей и потом стал требовать долги. Если вовремя не возвращали, беднягу ставили на счетчик. Еще могли вывести в лес, избить арматурой и даже выстрелить из травмата. Главный фигурант пытался укрыться в России, но его нашли и там.